у вас в студии телеканала «Волгоград-1». В эфире главные новости. С вами Диана Бакулина. О самых интересных событиях расскажут наши корреспонденты. В Дзержинском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение дела о подмене органов и финансовых махинациях в отношении бывшего главного патологоанатома Вадима Колченко. На этот раз обвиняемый захотел пообщаться с журналистами на камеру. Подробности у Анны Дребневой. В Дзержинском районном суде вновь не состоялось очередное заседание по делу о подмене органов и финансовых махинациях патоанатомического бюро. Процесс перенесли из-за неявки двоих потерпевших и болезни адвоката одного из подсудимых. Напомним, что это запутанное и сложное дело состоит из нескольких. Первая часть обвинения относится к экономическим преступлениям. По данным следствия, сразу несколько медиков были причастны к финансовым махинациям, совершаемых в патологоанатомическом бюро. Вторая часть обвинения касается подмены органов умершей роженицы Елены Мочколян. Сегодня нам удалось пообщаться и с супругом погибшей молодой женщины Арамом, и с обвиняемым Вадимом Колченко. Мы готовы приводить все аргументы в свою защиту, приводить тех людей, которые на самом деле могут подтвердить и мою непричастность к совершению событий, и вызывать в суд свидетелей, в качестве свидетелей, а возможно потом и обвиняемых сотрудников следственного аппарата, которые, собственно говоря, во многом под давлением определенных сил некачественно проводили следствие, систематически нарушали наши права, отклоняли ходатайство, не знакомили нас вовремя с назначением экспертиз, задним числом заставляли под психологическим давлением подписывать ознакомление. То есть очень много нарушений. Я надеюсь, что справедливость в конечном итоге восторжествует. По мнению подсудимого, вина следствия есть и в переносах судебного заседания из-за неявки потерпевших. Вадим Алексеевич настаивает на некачественной и недобросовестной работе органов Следственного комитета. Вызванные в суд лица не проживают по указанным адресам. Что корно, поскольку следствие так проводило свою работу, что даже не установило место проживания вызываемых в суд свидетелей. Это тоже свидетельствует о качестве следствия, которое торопилось быстрее засунуть дело в суд. Арам Мочколян придерживается немного другой точки зрения. Мужчина, дошедший в прошлом году до главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, отмечает негативную, но явно прослеживающуюся тенденцию оттягивания судебного разбирательства. Для нашего судебного заседания это становится нормой, когда не является адвокат. Что касается потерпевших, которые нужно допросить, честно, уже до этого их вызывали неоднократно, и никогда их не было, никогда они не приходили. Вот. Я не пойму, в чем причина, или не могут вызвать нормально, или в чем-то другом кроется, или они просто не хотят говорить об этом. Но по факту мы имеем то, что очередной раз у нас из 9, по-моему, заседаний уже 5-й раз переносится. Телеканал «Волгоград-1» продолжает следить за сложным и запутанным делом, в котором пока ясно только одно. Погибших жену и сына Араму Мочколяну не вернет ни один суд. Следующее судебное заседание состоится через неделю, 17 октября. Анна Дребнева, Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Волгоградский активист Михаил Соломонов совместно с ГИБДД подвел статистику смертности пешеходов в ДТП в Волгограде. Только за 9 месяцев десятки аварий и смертей в разных районах города. Причин высокой аварийности, по мнению Михаила, несколько. Волгоградский общественник Михаил Соломонов опубликовал в своих социальных сетях статистику ДТП из разных районов города за 9 месяцев этого года. Цифры ужасающие. Только в одном красноармейском под колесами автомобилей погибли десятки человек. И большинство этих жертв не погибли случайно, а их именно убили опасные проекты организации дорожного движения. И пока мы это не признаем и не начнем работать над системными факторами аварийности вместо поиска прямых виновников ДТП, мы так и будем считать трупы на улицах нашего города. Одним из самых потенциально опасных участков дорог Михаил называет перекресток в центре города. Мы встретились с общественником на пересечении улицы Комсомольской с проспектом Ленина. Михаил озвучил причины высокой аварийности на этом участке. На мой взгляд, это высокая скорость, потому что в городе сейчас у нас 60 км в час, плюс 20 допустимые превышения, которые как раз и провоцируют водителей ехать со скоростью 79 км в час. И вот я сам езжу за рулем, что если я еду меньше 75, соответственно, я уже начинаю создавать помехи для других водителей, потому что они едут быстрее. А по правилам дорожного движения вы должны ехать со средней скоростью потока.
Второй, не менее важной причиной аварии Михаил называет плохую видимость пешеходных переходов, обилие наружной рекламы, светодиодные экраны, конкретно на этом перекрестке, глухие заборы, закрывающие водителям обзор. Все это в сумме создает комфортные условия для ДТП. Как раз вот эти моменты все и приводят к ДТП. Сейчас вот у нас последнюю статистику, которую выкладывал за сентябрь, последние данные, за 9 месяцев 36 человек уже погибли. И я считаю, что правильно говорить не погибли, а убиты. Потому что, опять же, в правилах дорожного движения, нормативно-правовые акты все говорят о том, что автомобиль – это средство повышенной опасности. По сути, это вот как автомат. Вы с автоматом по дороге ходите, и в любом случае, если создать инфраструктуру, которая будет провоцировать вас нарушать, и по сути окружающая инфраструктура не позволяет ему вовремя увидеть пешехода, вовремя остановиться, и он, используя автомобиль, убивает человека. Убивающей, по мнению Михаила, является и инфраструктура на пересечении Комсомольской и проспекта Ленина. Отсутствие там комфортной среды для маломобильных групп населения, обилие рекламы, отсутствие пандусов, подземных переходов заставляет людей нарушать правила, поскольку выхода у них другого нет. Это место концентрации дорожно-транспортных происшествий. Только за этот год уже больше 10 аварий здесь произошло. Если не ошибаюсь, 4 пострадавших было в этих авариях. И общественный транспорт попадал в аварии здесь. Вот. Плюс это усугубляется тем, что здесь нету пешеходных переходов наземных. Здесь есть только подземные переходы. И, опять же, исследования, которые мы здесь проводили, это приводит к тому, что 93 человека в час пик пешеходов переходят дорогу по проезжей части, нарушая правила дорожедвижения. Но это нарушают те, которые идут по проспекту справа и слева. Вот. Те, кто переходит по бульвару, не нарушают, потому что у них нет другой возможности, здесь нет никакого подземного перехода. И самое главное, что 25% из тех, кто нарушил и перешел проезжую часть, по сути, подвергая себя опасности, это маломобильные группы населения. Все эти аварии произошли на пересечении улицы Комсомольской с проспектом Ленина. Пока наездов на пешеходов здесь не было, но, по мнению Михаила, это лишь вопрос времени, потому что люди перебегать дорогу здесь вряд ли перестанут. Словно в подтверждение, пока наша съемочная группа находилась на перекрестке, более 10 человек пересекли проезжую часть в неположенном месте. Большинство из них – старики и инвалиды. Почему вы перешли здесь через дорогу? Потому что мне тяжело спускаться в подземный переход и подниматься. А здесь мне легче, я инвалид. Вот все. Этот мужчина правил дорожного движения не нарушил, ведь перешел он здесь из-за отсутствия в зоне видимости оборудованного и разрешенного пешеходного перехода. Практически аналогичная ситуация со стороны проспекта. Только здесь люди могут воспользоваться подземным переходом, но спуститься туда, к сожалению, могут только молодые и здоровые. Что делать остальным, вопрос риторический. Почему через дорогу перебегаете? Потому что в подземный переход очень трудно с больными коленками, которые уже давно порой менять, но 100 тысяч на одну коленку нету. Поэтому уже как получается, так и получается. Смотришь, только загорелся свет, наверняка успеешь пройти. И все. И даже когда здесь вот по полдюжины этих милиционерчиков стояло, ничего, так привет, привет, пошли. Потому что вот дом рядом, вот как еще? Не будешь же через чепурники ходить с такими ногами дохлыми. Выход из этой ситуации, по мнению Михаила, есть. Нужно менять дорожно-транспортную инфраструктуру, делая ее комфортной не только для автомобилистов, но и для пешеходов, поскольку эта категория граждан остается самой незащищенной на дороге. Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1». Волгоградские пожарные накануне спасли 3-летнего малыша от гибели. Мальчика оставили одного дома с открытым окном. Малыш стоял на подоконнике 8-го этажа и громко плакал. Прохожие, увидев такую картину, мигом отреагировали и вызвали спасателей МЧС. Подробности далее. Накануне в поселке Ангарский прохожие заметили в окне 8-го этажа плачущего мальчика. Неравнодушные волгоградцы, не теряя ни минуты, вызвали спасателей. При помощи автолестницы сотрудники МЧС добрались до 8-го этажа и сумели предотвратить трагедию. По словам очевидцев, 3-летний малыш находился дома один не первый раз. Его воспитывает только мама, которая каждое утро уходит на работу, оставляя ребенка одного. Диана Бакулина при поддержке пресс-службы ГУМЧС России по Волгоградской области.
10 октября на участке трассы Волгоград-Каменск-Шахтинский в Советском районе произошло серьезное ДТП с участием сразу трех машин. Грузовик МАЗ с номерами Брянской области столкнулся с двумя легковушками – ВАЗ-2110 и «Шевроле Лачетти». В соцсетях сразу стали появляться сообщения о нескольких погибших на месте дорожно-транспортного происшествия. Однако сотрудники госавтоинспекции пояснили телеканалу «Волгоград-1», что в аварии погиб только водитель «Шевроле». Мужчина 84-го года рождения. Его пассажиры, ребенок-первоклассник и его мама с травмами доставлены в больницу. Маленький пассажир в реанимации. На месте работают экипажи городской ГИБДД, следственная оперативная группа, и пытаются разобраться в случившемся. В Москве продолжает работу уже 21-я по счету агропромышленная выставка «Золотая осень», в которой принимает участие и наша область. Второй день можно назвать удачным, так как представители региона заключили множество выгодных соглашений. Например, договор о сотрудничестве в сфере минеральных удобрений. Подробнее о том, как проходит масштабный форум аграриев, в нашем следующем сюжете. Агропромышленная выставка в Москве дает возможность представителям власти и аграриям Волгоградской области встретиться с компаниями из других регионов. Например, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве области с крупнейшей компанией России, работающей в сфере минеральных удобрений. Стоит отметить, что применение этой продукции местными аграриями увеличилось на треть, а главная ее задача – повысить качество сельхозкультур. У нас на данной выставке очень много переговоров и встреч с «Фосфоагро», большим концерном. Мы, в принципе, уже заключаем, теперь двигаемся дальше. В прошлом году мы начали с ними очень тесное сотрудничество, подписали соглашение. В этом году мы идем дальше, уже открытие определенных структурных подразделений на территории Волгоградской области. Стенд Волгоградской области – один из самых больших на выставке, а сам регион входит в десятку крупнейших аграрных территорий. Поэтому внимание посетителей, несомненно, было приковано к представителям нашей области. Обсуждали вопросы цифровизации агропромышленного комплекса и взаимодействия с научно-исследовательскими учреждениями. Также среди компаний, которые занимаются развитием сельского хозяйства, проходят отраслевые конкурсы. Первая победа уже в копилке региона. Знак отличия нашей компании и получения сертификации GMP+, и других сертификатов. Это говорит о статусе компании. Первое, это говорит, что компания, которая имеет сертификат GMP+, она выпускает безопасный продукт. И, наверное, самое главное, что бы я хотел сказать, что данный сертификат позволяет предприятию или компании производить и делать экспортные поставки. Всего в отраслевых конкурсах от Волгоградской области заявлено 80 участников. Больше всего претендентов в номинации «Лучше крестьянско-фермерское хозяйство» и высокие результаты в сфере устойчивого развития сельских территорий. Агровыставка «Золотая осень» будет работать до 12 октября. В это время все желающие смогут ознакомиться и даже продегустировать продукцию, выращенную на территории Волгоградской области. Сабина Саблина при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области. Настоящие супергерои. Волгоградские студенты стали донорами крови. В регионе проходит акция «Молодой донор». К ней уже присоединились более сотни человек в Волгограде, Средней Ахтубе и Волжском. Наша съемочная группа узнала, почему ребята пришли на помощь людям. Владислав Черноризов уже во второй раз дает кровь в Волгоградском областном центре крови. Сначала у него по правилам обязательное обследование, от результатов которого зависит, сможет ли молодой человек стать донором в этот раз или нет. Все показатели Владислава в норме, поэтому следующий шаг – буфет. Здесь необходимо немного подкрепиться и восполнить запас жидкости. Чаще всего это не крепкий чай, булочка или печенька. Последний этап – сама процедура донации. Сдача крови занимает 15 минут, а плазмы и тромбоцитов – от 30 до 60. Молодой человек не только сам решился на этот шаг, но и постоянно агитирует друзей помогать таким образом людям. Почему я пришел? Ну, всегда было с детства у меня мечта помогать людям, ведь наша кровь может спасти не только жизнь взрослого человека, но и ребенка также. Ощущений каких-то сверхъестественных нету. Всех призываю для того, чтобы сдать эту кровь, потому что это всего лишь расходник, который может восстановиться. Среди студентов, которые решили принять участие в акции, есть и те, кто делает это не впервые. Например, Наталья Волкова, студентка 4-го курса медуниверситета, стала донором уже в 8-й раз. Говорит, волнения и страха перед процедурой уже нет. А вот осознание, что потраченный ею час может спасти кому-то жизнь, есть. Я сдаю уже 8-й раз, занимаюсь этим с 1-го курса, меня привлекли также, и тем самым я сейчас занимаюсь, тоже привлекаю первокурсников.
Мне очень нравится тем, что это очень просто. Мое здоровье позволяет сдавать кровь, и я помогаю людям, и это для меня очень просто делать. Стать донором на самом деле довольно просто. Нужно обратиться в регистратуру центра крови, где каждому пациенту заводят карту. Но стоит помнить, что есть противопоказания. Одни из них временные. Например, после ОРВИ сдавать кровь можно только через месяц. А вот при астме или болезнях сердца совсем нельзя. Мы привлекаем молодежь для того, чтобы восполнить эту потребность. Это первая очередь. А во вторую очередь, донорство – это почетно. Донорство – это здоровый образ жизни, потому что донором может быть человек только абсолютно здоровый. Значит, это определенный образ жизни, определенный режим питания. Перечень противопоказаний, он есть на многих информационных сайтах. Он есть на сайте нашего учреждения ГБУ СВОЦ, есть на сайте donor.ru, это федеральный сайт. Несмотря на то, что в нашем регионе постоянно проходят акции от центра крови, донора все равно не хватает. На все население области постоянных насчитывается около 15 тысяч, а это мало. Например, сейчас медучреждения нуждаются в первой отрицательной и третьей положительной, а также в редкой четвертой группе. Сабина Савлина, Игорь Ротковский, телеканал «Волгоград-1». Волгоградцы могут принять участие в конкурсе проектов по благоустройству нижней террасы набережной. Свой вариант современного городского пространства могут предложить как физические, так и юридические лица, например, архитектурное бюро. Сам участок проектирования находится от улицы Комсомольской до улицы 13-й гвардейской дивизии. Главная задача – сделать территорию удобной для отдыха горожан. Победитель не только сможет увидеть свой проект в реальности, но и получит существенную денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Второе место – 50 тысяч. Третье место – по две премии по 25 тысяч рублей. Заявки принимаются на электронную почту Комитета архитектуры и градостроительства. Подробности можно найти на сайте администрации области. Диана Бакулина, Сабина Саблина, телеканал «Волгоград-1». О самых интересных и ключевых событиях России и мира мне помогут вам рассказать коллеги из медиастудии МКС. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года. Награду разделят между собой трое ученых из США, Великобритании и Японии. В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии 2019 года. Награду разделят между собой трое ученых из США, Великобритании и Японии. Шведская Королевская Академия Наук сегодня решила присудить Нобелевскую премию 2019 года по химии Джону Гуденафу, Стэнли Уиттингему и Акири Йосина за развитие литий-ионных батарей. For the development of lithium-ion batteries. Американец Джон Гуденаф – профессор Техасского университета в Остине. В 2013 году его также удостоили национальной научной медали США. Обычно ее вручают тем, кто сделал важный вклад в науку. Британо-американский ученый Стэнли Уиттингем ведет исследование в Бингентомском университете в Нью-Йорке. Японец Акира Йосина работает в университете Мэйдзо в Японии. Я очень рад, что награду вручили за литий-ионные батареи. Также в разных областях есть много молодых исследователей, которые очень усердно работают над своими исследованиями. Думаю, моя награда вдохновит этих людей. Спасибо вам большое. Легкие, перезаряжаемые и мощные литий-ионные батареи сегодня используют во многих приборах, начиная от смартфонов и планшетов и заканчивая кардиостимуляторами и электромобилями. Трое лауреатов разделят между собой приз в 9 миллионов шведских крон. Это более 900 тысяч долларов. Альфред Нобель сам был химиком. Среди известных лауреатов этой премии были Мария Кюри и Лайнус Полинг. В Бразилии продолжают устранять последствия разлива нефти из неизвестного источника. Со 2 сентября нефтяные пятна покрыли 1500 километров пляжей северо-восточного побережья страны.
В Бразилии продолжают устранять последствия разлива нефти из неизвестного источника. Начиная со 2 сентября нефтяные пятна покрыли 1500 километров пляжей северо-восточного побережья страны. Информация о новых загрязнениях поступала почти ежедневно. По данным властей, с тех пор удалось собрать более 100 тонн нефтепродуктов. Анализы показали, что эта нефть не похожа на ту, что добывают в Бразилии или импортируют в страну из-за рубежа. Президент Джаир Болсонару полагает, что разлив – результат неких преступных действий. Объем не фиксированный. Если бы это было с затонувшего корабля, нефть продолжала бы вытекать. Похоже на криминал. В среду министр охраны окружающей среды Рикардо Салес, ссылаясь на доклад государственной нефтяной компании, высказал предположение, что нефть может быть из Венесуэлы. На слушаниях в Конгрессе он отметил, что разлив, скорее всего, произошел с некого иностранного корабля, плавающего у побережья Бразилии. Было ли это сделано умышленно, делать выводов пока не берутся. Он также отметил, что утечку чрезвычайно трудно сдержать. В целом, разлив затронул 9 бразильских штатов. Оказывается, мебель можно выращивать прямо из земли. Именно этим занимается супружеская пара Гевин и Элис на своем участке в регионе Мидлендс в центре Англии. Как это возможно, вы узнаете в следующем сюжете. Оказывается, мебель можно выращивать прямо из земли. Именно этим занимается супружеская пара Гевин и Элис на своем участке в регионе Мидлендс в центре Англии. Их мебельная ферма расположилась на площади 80 соток. В настоящее время на грядках дозревают 250 стульев, 100 ламп и 50 столов. Зачем 50 лет специально выращивать дерево, а потом рубить его, разделять на меньшие и меньшие части, чтобы все это опять вместе склеить? Это просто пустая трата ресурсов. Идея в том, что дерево нужно растить сразу нужной формы. В итоге получается цельный предмет мебели. Гевин говорит, что технология очень похожа на то, что он испытал в детстве. Он родился с искривлением позвоночника. Несколько лет ему приходилось носить металлический каркас. С моим позвоночником я пережил подобное, поэтому я определенно чувствую связь со всем этим. Стулья продают по 12 тысяч долларов за штуку. Стоимость ламп может доходить до 3 тысяч, а стол обойдется в сумму от 3 до 15 тысяч. Такой заработок не быстрый. Стул вырастает до нужного размера за 6-9 лет. Еще год требуется на сушку. В связи с этим и заказы делают наперед. Например, самый долгосрочный нужно выполнить аж к 2030 году. Уже через 2 года пара начнет собирать урожай постоянно. В будущем хочет создать экспериментальную лабораторию, чтобы совершенствовать эту технологию. Еще неплохо было бы вырастить обеденный комплект. Тогда мы увидим, что достигли одной из целей. Впрочем, на это уйдет не менее 10 лет. А сейчас новости финансового рынка. Курсы валют на 11 октября по данным Центрального банка России. Доллар похудел на 35 копеек, и теперь он стоит 64 рубля 74 копейки. Евро также сбросил вес на 15 копеек, теперь он стоит 71 рубль 29 копеек. Вчера сотрудниками полиции Котельниковского района в акватории Цемлянского водохранилища был задержан 49-летний местный житель. С помощью 2 рыболовных сетей на лодке он осуществлял незаконный лов рыбы. Содеянным браконьер сознался. По данному факту проводится проверка. У мужчины изъята моторная лодка и незаконный улов. В Дзержинском районе в отношении 27-летней женщины возбуждено уголовное дело за оставление в опасности малолетнего ребенка. Уйдя утром на работу, волгоградка оставила в квартире без присмотра своего 3-летнего сына. К вечеру мальчика, стоявшего на окне 8-го этажа, заметили прохожие, которые вызвали полицию и спасателей. Чтобы попасть в квартиру, пришлось воспользоваться специальной техникой. Мать вернулась домой только вечером, пояснив полицейским, что находилась на работе, и ребенка оставляет одного не в первый раз.
местных женщин, которые сообщили ей о наложенной порче и предложили обряд очищения. Согласившись, доверчивая пенсионерка отдала мошенникам 45 тысяч. В действии сотрудники полиции проводят комплекс оперативных личности и задержания преступников. Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами. Не позволяйте мошенникам себя обмануть. Спонсор легендарное место с почти вековыми традициями. В 2020 году Сурские бани отмечают юбилей. 12 октября на территории Волгоградской области ночью и утром пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Утром и днем порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. Воздуха ночью плюс 6-11, местами опустится до плюс 1, днем плюс 11-16. Улицы все холоднее и холоднее, а в сурских банях продолжается горячий сезон. Но сам процесс мытья, который в бане выглядит как торжественный обряд, в ванной просто смывание грязи. А ты мне говоришь? Да, тебе. Ты забыл о русской бане? Брат, ты много потерял. Веник в руки, быстро с нами. День помывочки настал. Ай да банька, наслаждение. Пар и запах, просто шик. В русской баньке за мгновение станет юношей старик. Вот что надо для сосудов. Вот как гнать холестерин. Мы любить до смерти будем. Русский веничный экстрим. Папа, мне срочно нужен 1 000 000 евро. На этом сегодня все. Наши сюжеты и программы вы всегда можете посмотреть на сайте волгоград1.тв, на ютубе и в социальных сетях. Прощаюсь с вами ненадолго. Всего доброго и до встречи. Телеканал «Волгоград-1» транслирует новости безвозмездно для бюджетов всех уровней, исключительно в интересах наших телезрителей. Спасибо, что смотрите наш телеканал.